Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана. Сегодня мы с вами разговариваем о первых зеленых операциях на винограднике. Поговорим о проломке и о предварительной нормировке зелеными побегами. Дело в том, что зеленые операции и ту же проломку мы осуществляем практически на протяжении всего сезона, потому что так или иначе что-то где-то дорастает, что-то надо убирать. Но основная масса этих операций приходится именно на весну. Об этом мы с вами сегодня поговорим. Поговорим о том, как в этом всем разобраться. И я вам расскажу правила, которые мы применяем, и некоторые исключения, либо важные моменты, на которых стоит обратить внимание именно сейчас, в весенний период. Если вы только начали заниматься виноградом, чтобы вам было понятно, о чем сегодня идет речь, я также рекомендую посмотреть два ролика. Ролик по формировке винограда и по осенней обрезке. Под видео, нажав кнопку «Еще», я вам оставлю ссылки на эти видео. Сначала я вам рассказываю классическую схему, потом мы поговорим о более сложных случаях и исключениях, поэтому не спешите что-то делать на своем участке, наберитесь терпения, посмотрите видео до конца. Итак, у нас с вами молодой куст, третий год, два рукавчика, тут у нас нулевой кустик, да, два рукава. Первое, что мы делаем, это убираем все почки, которые находятся ниже проволоки, вот просто их выламываем. На втором рукаве тоже снизу все выламываем до уровня проволоки. Следующий этап, убираем двойнички. Ну вот здесь конкретно двойничков нету, покажу на другом побеге. Вот что такое двойничок, два побега из одного места растут, бывает три, значит более слабые убираем. Смотрите, раз, два, все, убрали. Следующим этапом мы убираем побеги неудобно расположенные. Смотрите, вот про этот побег я еще расскажу отдельно, почему мы его оставили. А дальше, смотрите, вот растет в сторону, неудобно. Этот растет хорошо. Дальше, растет в сторону, неудобно, убираем. Растет в сторону, неудобно, убираем. И в конце там тоже непонятно что, тоже его можно убрать. То же самое делаем и здесь. Вот этот растет удобно, этот внутрь растет неудобно, мы его убираем. Дальше, удобно. Здесь у нас побега нету, здесь есть, ну и здесь крайне тоже непонятно, маленький пока что можно оставить, а дальше посмотрим. Значит, вот так мы делаем предварительную проломку, предварительную нормировку. Приблизительно расстояние между побегами должно быть от 10 до 15 сантиметров. Здесь кустик молодой, можно сделать больше. Будем смотреть, как дальше будет все это развиваться. И теперь наша задача наблюдать, как будут расти эти побеги. То есть, возможно, мы уберем что-то еще. Если мы видим, что какой-то побег отстает в росте, растет он неправильно, как-то плохо, значит, мы его будем убирать. Но это со временем. Пока что наблюдаем. Смотрите, на другом кусте уже видно, какие побеги будут плодоносить, да, видно, что появились гроздочки. Значит, мы еще убираем и неплодоносящие побеги. Они нам не нужны, они только будут занимать лишнее место. Теперь вернемся к первоначальному кусту и посмотрим. Видите, вот этот побег находится ниже проволоки. Почему я его не удалила? В начале видео я вам говорила, посмотрите ролик по формировке винограда. Дело в том, что вот этот побег у нас очень удобно расположен. И скорее всего, что на следующий год мы его оставим на плодоношение. Он удобно растет, поэтому мы его не удаляем. То есть в этот момент, в момент весенней проломки, мы думаем о будущем. И сразу смотрим, если какой-то побег для нас удобно расположен, то мы его оставляем, несмотря на то, что он может оказаться ниже проволоки. Вот, смотрите, с этой стороны такая же картина. Два побега, смотрите, вот этот, он хуже развивается, он меньше, а вот этот он больше. Соответственно, мы оставляем, ну, пока что оставим оба, потом вполне вероятно, что, может быть, этот даже уберем. А вот этот оставим, потому что он удобный, раз, и он хорошо развивается, два. Еще существует мнение, что на плодоношение на следующий год обязательно надо оставлять холостой побег, побег без урожая. Так вот, ничем это мнение абсолютно не подкрепляется, никакими научными доказательствами, поэтому смело холостые побеги можно убирать. Но, опять же, если так случилось, что холостой побег у нас расположен в очень удобном для нас месте, для того, чтобы сформировать
плодовую стрелку на следующий год, то, конечно же, мы его оставим. То есть здесь в первую очередь мы руководствуемся позицией удобства для нас, его удобного расположения. Теперь смотрим дальше. У меня здесь два рукава. И смотрите внизу, вот там вот, далеко-далеко внизу, есть почечка, которую я не убрала. Почему я ее не убрала? Потому что мне было бы желательно все равно здесь иметь 4 рукава, ну, про запас. И вот из этой почки, если она хорошо пойдет в рост, она совсем низко к земле, она удобно расположена, я смогу сформировать дополнительный рукав. Поэтому мы оставляем вот эти почки на будущее. А еще один вариант исключения. Смотрите, кустик 3 рукава, 4-го не выросла. И вот внизу у нас почка. Как раз она удачно расположена. Вроде бы она чуть вниз растет, но потом может распрямиться. Удачно расположена, близко к земле. Поэтому мы ее отращиваем на рукав. Конечно, я вам показала красивую классическую картинку, да, где все ясно и понятно, но такая картинка бывает далеко не всегда. Смотрите, вот кустик, где вообще черт ногу сломит. Здесь и формировка разная, один рукав. Это плодовая стрелка, плодовое звено, второй рукав – это кордон. То есть, видите, здесь вообще много-много чего, там рукава. У нас два накручены. И что с этим всем делать? Как с этим всем разобраться? К таким кустам мы подходим. Почему у нас вообще получился вот такой странный, непонятный, загущенный куст? Дело в том, что куст этот жировал. Вот даже видно, вот там вот, вот эта толстая лоза порезана на рожки. Это был жирующий побег, да и здесь видно, что он жировал. Вызревала лоза при этом не очень хорошо, и мы боялись вообще, как он перенесет зиму. Но оказалось, что он зиму пережил очень даже прекрасно. Оставляли много чего с запасом, а это все много чего с запасом в итоге нам сделало вот такой лес, с которым теперь приходится разбираться. Но на самом деле не все так страшно, просто делаем все постепенно, и все у нас получится. Первое, все, что ниже, мы убираем. И помним, если нам не надо чего-то где-то отрастить. Все, поехали. Это мы убрали. Дальше. Здесь у куста хороший рост, и мы уже видим двойники. Убираем. Вот, смотрите, какой мощный двойник. Убрали. Вот здесь, обратите внимание, двойник, но такой странный. Вот эта почка, она нормальная, здесь уже гроздь, но она какая-то такая неполноценная, побег неполноценный. В данном случае я уберу вот эту, убрали. Уже становится немножко проще, немножко яснее. Так, вот это нам тоже не надо. Пока здесь места на шпалере хватает, значит, мы пока что вот эту сторону оставим, да, более-менее. У нас здесь неплохое расстояние, ну, вот тоже видно, да, вот это слабенький, вот этот у нас хороший, и он может пойти на плодоношение, значит, этот убрали. Все, здесь, ну, более-менее, да, место есть. Пойдем на другую сторону смотреть, что у нас там. Здесь вообще темный лес. Что делать с этим всем? Тоже смотрим, что как растет, что нам удобно, что нам неудобно. Смотрите, вот это у нас старое все. Вот это побег прошлого года. Вот он очень хорошо, удобно расположен, удобно растет. Вот у нас с него будет рукав. Значит, мы все, что ниже проволоки по классике, убираем. Так. Вот это другой побег, чтобы мы не путались. Смотрим, где нам оставить побег на следующий год. Скорее всего, что вот этот. Так мы его оставляем. Ну, дальше идем, смотрим. А дальше уже у нас ничего нету. Дальше у нас есть вот еще один побег. Опять снизу все с него убираем. Это, видите, вообще слабая почка. Убираем. Вот он, вот он, вот он, вот он, чтобы вам было хорошо видно. А дальше, в принципе, все
А, неплохо. Здесь у нас двойничок. Так, это у нас будет усиленное плодовое звено. На концах мы оставляем, ну вот, вот два побега у нас хороших, крайний слабенький, слабый убираем. Смотрите, по уровню проволоки у нас получится приблизительно вот этот побег, значит, вот этот тоже мы уберем. Все, выломали. С этим разобрались. Идем дальше. Еще у нас один побег. Ну вот, на самом деле, вот этот... Он нам не нужен. И посмотрите, несмотря на его толщину, у него довольно слабенькие вот эти почечки. Значит, все выламываем. А, в принципе, нам вообще можно было бы его отрезать, но вот здесь у нас немножко есть место на шпалере. Вот смотрите, раз, два, вот это слабенький. И вот здесь вот, например, вот, вот этот и вот этот. У нас есть место на шпалере, значит, пусть он его займет вот этими побегами. А по осени мы уберем. Здесь тройничок убрали. То есть все слабенько убрали. Ну вот пару этих побежиков оставим, пусть они работают. Дальше, смотрите, у нас еще есть побеги прошлого года. Тоже вот здесь. Что делать с ними? Вот здесь вообще какая-то морозобойна с позапрошлой осени. Поэтому мы это все вот так вот, вот так уберем осенью. Пока что, почему мы этого не делаем, смотрите, тоже все, что ниже проволоки, убираем. Так, а вот здесь, вот там вот дальше, смотрим, вот это тоже слабенькое, так. А вот там у нас есть место на шпалере, видите, и нормальные побеги. То есть мы просто занимаем место на шпалере и максимально все используем. Тем более, напомню, куст жирует, поэтому его надо грузить. Ну вот мы немножко проломали, и уже куст обретает немножко более приличный вид. Уже все выглядит гораздо лучше, уже постепенно вырисовывается какая-то картинка. Но это может быть не последняя проломка. Мы наблюдаем, мы смотрим, как побеги развиваются, как они себя ведут, как ведет себя куст. И дальше принимаем решение, нужно нам что-то делать еще, либо нет. И еще один вид исключения. Старый куст, смотрите, на старых побегах идут почки, и мы их не убираем. Почему? Дело в том, что на этот куст пришла полакомиться мышка и поела почки, которые нам были нужны. Смотрите, вот плодовая стрелка, и здесь фактически ничего нет. Такая же ситуация может случиться, например, при заморозках. Ну, бывает вообще всякое. И ну, смысл выламывать что-то внизу, ждать, что здесь что-то у нас появится, расти из замещающих, может быть, почек. Пока это будет, ну, неизвестно. Тем более, что мышка, смотрите, здесь выела вообще очень капитально, да? То есть отсюда уже не будет абсолютно ничего. При этом куст старый, куст мощный, его надо нагружать, поэтому будем оставлять почки снизу. Дальше их проламывать по мере их роста, то есть смотреть, что нам лишнее, что будет мешать, что будет загущать, как они будут расти. Помним, да, отстающие мы убираем, сильные мы оставляем. То есть будем наблюдать и смотреть за поведением куста. В зависимости от этого принимать решение, что убирать, а что оставлять. Так что бояться зеленых операций не стоит. Все делаем постепенно. Первый наш шаг – это подумайте, что вам точно нужно оставить на будущее, да, и потом уже дальше следуем правилам. При этом, если куст жирует, а что такое жирующий куст, я вам оставлю ссылку на видео, мы оставляем на нем много побегов, даже не плодоносных, убираем только то, что нам совсем-совсем мешает, потому что таким кустам обязательно нужна нагрузка. Ну, а после наблюдаем, помним, что операции это поэтапные. И, конечно, в дальнейшем я вам буду показывать развитие кустов и показывать, надо там будет что-то еще делать или нет. А сегодня я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии под видео. Нажав кнопку «Еще» будет ссылка на каталог наших сортов винограда и мои контакты. И до новых встреч!